Ну да, вот почему-то хоккей, на самом деле, я сейчас подумал, вот это не восточная такая игра, нету хоккейных команд в таких вот крупных восточных странах. Сейчас, кстати говоря... Вот фигурное катание есть, а вы, хоккей может нет. быть, не слышали, но сейчас как раз-таки существует тенденция, что именно в азиатских странах делают ставку на хоккей. Сейчас возможно, что даже некая лига будет сформирована, в которой будут присутствовать именно азиатские страны и Дальний Восток. Поэтому, видите, время меняется. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».